Здравствуйте, дорогие друзья! С вами товарищ Санек и сайт Stronghold-Game.net. Мы продолжаем проходить вторую часть Stronghold'а, военную кампанию. Стремились мы на третьей главе, и по моим расчетам это пятая миссия будет. Как-то вот так вот они хитро сделали. Похоже, мне впервые придется вести осаду. Проводник привел меня и моих людей к замку, вокруг которого расположились люди Вильяма. Окей. Ты оставил меня беззащитным перед Олафом, Вильям. Ты же знал, что мне нужны люди. Почему ты не прислал войск? Для победы нужны не только войска, друг мой. Нужны еще хитрость и мужество. Надеюсь, ты и хорошо это понял. Ну и что мы здесь делаем? Разве это не замок Леди Сирены? Да. Они висят в воздухе, кстати. Сирена держит в заложниках сэра Эдвина Блэкфлая. Мы нашли его послание, привязанное к стреле. То есть тут уровень, по идее, вот на... Земли, титул и, что самое важное, на этом, где-то вот так вот он. Сэр Уильям, а мне казалось, вы хотели жениться на Леди Сирене. С тех пор много воды утекло. Теперь она вступила в союз с предателями, которые опустошили эту землю. Начинайте осаду. Я их отвлек. Теперь ты должен, по моему сигналу, вместе с осадными рабочими перелезть через стену с той стороны форта. В колонну! Да, мой лорд. Копья! Я тут знаю одну хитрость копья! В этой миссии. Какие будут приказы? Тут не надо. Где враги? Оборонительные. Что? Не надо, в общем, сражаться. Главное просто прорвать оборону. И бежать в донжон. Все. Шеренгу! Мы идем! Значит, туда. Готовы, сэр! Постараемся, сэр! Наши войска атакуют враг! Господин! Солдаты! Смирно! Новые приказания! Бой! Мы в пути! Как скажете, сэр! Замкнуть ряды! Меняем дислокацию! Потихоньку, потихоньку прорываемся. О, чтобы мои парни с лестницами добежали. Сейчас они поставят. Ставьте, 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 быстрей! До нашего повелителя! Лучники идут! Мы готовы! Проложи себе дорогу по стене к их флагу. Если он будет спущен, отвага защитников также сойдет на него. Спасибо, капитан. О, у них тут ворота есть. Крутяк. Лучники, вперед! Мы... Давай, Мэтью, забирайся на стену. Так точно. Смотрите в оба, ребята. Выходим. Все будет в порядке, ребята. Помните, чему вас учили? Не расходиться. Иду! Солдаты, вперед!
Просто пробегаем мимо, прощелкивая. Ну давайте, ничтожество. Все будет в порядке. Замок наш. Вот и все. Вот таким вот хитрым способом. Не сражаясь ни с кем. Не очень-то ты спешил. Я уж думал, что навсегда останусь в плену у этой ведьмы. Ведьмы? О, да. Я своими глазами видел, как она занималась черной магией. Жечь бы ее. Ну да ладно. Надо выбираться из этого проклятого места, пока она не вернулась. Ты ничего не забыл? Хорошо. Мэтью, преклони колено. Хоп, меч из ниоткуда. Я посвящаю тебя в рыцари, сэр Мэтью Стил. Встань, сэр рыцарь. Хоп, меч исчез. Рыцарь, да? Ты заслужил этот титул, сэр Стил? Да. Все замечательно. Но нам пора. Вильям, что ты наделал? Ты пожалеешь об этом, Вильям. Выпустить на свободу этого предателя – твоя самая горькая ошибка. Круто. Собственно, победа, дорогие друзья. И мы с вами прощаемся. Спасибо за просмотр. С вами был товарищ Санек и сайт strohold-game.net. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, заходите на наш сайт обязательно и подписывайтесь на мой игровой канал. И можете еще оставить комментарий, может, я вам могу сказать. Еще раз спасибо за просмотр.